Сотрудники полиции с погони задержали нетрезвого студента. На 72-м километре автодороги Нарва экипаж госавтоинспекции попытался остановить старую «Ладу». Водитель проигнорировал требования, дал по газам и попытался скрыться. Полицейским пришлось открыть огонь по колесам. Нарушителем оказался учащийся одного из агротехнических колледжей. Он был пьян и без документов. В машине ехал с 17-летним приятелем. Юного пассажира передали родителям, а на водителя составили протоколы.